Очень такая напряженная игра. На ваш взгляд, сегодня чего не хватило для победы, потому что моментов создали большое количество? Ну, была, как вы сказали, хорошая игра, напряженная игра. Было видно желание у обеих команд. Может быть, то, что давно не играли, поэтому какая-то определенная суетливость перед воротами. Может быть, из-за этого не смогли хорошо распорядиться моментами. Коллеги, ваши вопросы? Станислав, мы в прошлом сезоне еще в автомобилистов играли, да? Как вообще сегодня стиль соперника? Вот нам сказали ребята из автомобилистов, что у них игра поменялась. Действительно поменялась? Ну, да. Тактика, конечно, поменялась. Пришел другой тренер, хотя, в принципе, он уже с середины сезона того. Он уже в середине того сезона пытался поставить свою тактику, поэтому... Ну, я думаю, все ребята опытные, все для них не было проблемы перестроиться. Автогол сильно вас удивил сегодня? В третьем периоде? Ну, это игровой момент, бывает. То есть, ну, ничего страшного, продолжаем работать. А в конце третьего периода у вас был шикарный момент забросить. Что не получилось? Это Галкин суперспасение сделали или как-то не так бросили? Там штанга была. А, штанга была? Да, штанга была. А как вам вообще первый и дебютный матч за Салават Юлаев в форме уфимцев? Хорошо. Отлично, хорошие эмоции. Первая игра. Поэтому продолжаем работать, готовиться к сезону. Цените, пожалуйста, качество летнего льда. Ну, всегда тяжело играть летом, особенно когда очень жаркая погода. Поэтому, ну, в принципе, для такой погоды, которая сейчас, качество льда хорошее.